при понижении температуры, когда температура воздуха становится ниже температуры морской воды, а морская вода на отдельных участках у нас сейчас достигает 26-27 градусов, возможно образование таких явлений, как смерч. Поэтому обращаю внимание всех жителей города и гостей внимательно смотреть за публикациями, которые мы даем, за той информацией, которая идет по системам оповещения, а также на те сигналы, которые дают матросы-спасатели. И прежде всего усилить контроль за детьми и престарелыми.